Маленькая собачка жила где-то под забором. 35 сантиметров в холке. Извините, но это размер женской сумки. С ней любили играть дети. Ее подкармливали. А потом дети шли домой делать уроки, кушать, спать. И никого не беспокоило, что с этой маленькой собачкой. Где она живет, где она кушает. Пока не случилась беда. Малышку сбила машина. Перелом лапки. Она забилась где-то в угол под магазином и жалобно скулила. Но женщина, которая нам позвонила, сказала, что когда вылечите малышку, вы можете нам ее вернуть. Куда вернуть? К вам под забор? Благодаря вашей помощи мы смогли помочь этой малышке. Тусю прооперировали, она прошла на передержке курс реабилитации. И сегодня она домашняя счастливая собака. Как же приятно осознавать, что в ее спасении есть и твоя доля участия. Друзья, еще так много животных нуждаются в нашей с вами помощи. Пожалуйста, не проходите мимо, помогайте приюту.